Привет, ребят. Привет. Мы сегодня с мужем будем делать подарок его сослуживцу. И это будет танк. Что нам для этого потребуется? Андрей, привет, поздоровайся со зрителями. Всем привет. Носки мужские. Взял 29 размер. Лента. Ну, Пантик подожди, будем сколько делать. пар носков Три для пары. этого? Три пары нужно, да. Три пары. Дальше, что еще? Резинка. Где резинку 51. купил? В Ашане. Ашане, канцелярия. Степлер. Ага. И скобы. Ну, скобы и вот такая лента. Мы на самом деле красную хотели, но красной не Красной было, не да? было. Ну, ладно, Ну и, розовая. соответственно, пиво. Ага. То есть нам Баночное, потребуется небутылочное. четыре вот таких вот баночки и одна бутылочка. Жигулевский купил, да, решил? А, ну а коробка? Коробка зачем? Коробка, ну, увидишь, увидите. Ясно. Так, ладно, освобождаем носки. В общем, теперь надеваем носки на банки. Вчера смотрели видео на YouTube, как это делается. А муж говорит: ну как думаешь, что подарить? Что подарить другу? А он служил. Я говорю: давай танк сделаем. Вот вчера смотрели. Мужу понравилась эта идея. Так, ну то есть ты Ну, то есть я. задача замотать баночку. Подожди, а резинка разве не надо делать? Видишь, он у тебя как-то неаккуратно получается. Он как-то пятку загибал. Нужна твоя просто помощь. Да? Да. Хорошо. В пятку упирается у нас. Да, чтобы пятка не торчала. Нашли себе развлечение. Нет, это видишь, все равно торчит. Ну ладно, тут не принципиально, потому что там, где торчит, мы вниз будем это складывать. Здесь такие вот получаются. Такая основа. А это лишние пары, что ли? А, еще для пушки. Из этой бутылки будем пушку делать. Из коробки просто обычно вырезаем основу для танка. Это, мне кажется, не хватит части. Смотри, какая вот эта широкая. Не хватит. Другого варианта не было. Мне показалось самым меньшим. Понятно. Так, теперь из обычной коробки просто вырезаем основу для танчика и положим ее под вот эти баночки. Теперь вот такие ленточки сюда накладываем. К сожалению, Андрей купил не такие скобы в скотч, поэтому нам пришлось в скотч, в степлер. Поэтому нам пришлось использовать скотч. Так. Ага, резинки. У нас осталось совсем чуть-чуть завязать бантик. Самый сложный, да? Чуть поменьше можно. Похоже на танк, да? Очень. Однозначно похож, только у тебя какой-то бантик смешной. Так, ну бант не удалось нам завязать. Я решила так разрезать, и просто мы сделали завитушки. Ну как вам, по-моему, похоже на танк. Очень даже симпатично. Да, Андрей, понравился? Мне тоже нравится. Мне кажется, оригинальный подарок. Можно на 23 февраля или на день рождения подарить. В общем, такой вот у нас получился подарочек.